Отработка джебов, хуков и апперкотов, усиленные тренировки 5 раз в неделю. Так Даниил Чигунов готовился к городскому турниру по боксу. Обыграть соперника на домашних соревнованиях – дело чести. Тем более, что этот турнир для спортсмена – повод проверить свои силы перед более серьезными состязаниями. Хочу выиграть первенство Приморского федерального округа и России. Если я получится выиграть в России, то поехать на Европу, а там уж как получится, на Олимпийские игры. Для кого-то этот турнир – возможность проверить свои силы, а для кого-то первый раз попробовать себя в роли боксера на соревновательном ринге. У Рамазана Султанова это дебютный поединок. Перед выходом юный спортсмен поставил себе цель – завоевать победу любой ценой. Ну, он меня много раз бил, особенно в голову. В корпус мне вообще не бил. Мне было тяжело. Я взял себя в руки и победил моего соперника. Алексей Жирнов раньше сам занимался этим видом спорта, а сегодня привел секцию своего сына. Алексей надел на Арсении перчатки и защиту, дал несколько ценных советов и отправил юного боксера на ринг. И несмотря на то, что Арсений занимается боксом всего 2 недели, он смог показать хороший результат и порадовать своих родителей. Это восстанавливает боевой дух. Дисциплина должна быть, боевой дух будет. Главное – тренироваться. В городском турнире приняли участие 40 спортсменов в возрасте от 4 до 16 лет. Организаторы тщательно подбирали пары соперников, а перед выходом на ринг проводили инструктаж по технике безопасности для каждого участника. Ребята сегодня молодцы. Мы сегодня проверяли всех, и новичков, и тех, кто выступает. Вот, бои, я считаю, достаточно такие это упорные получились у нас. Вот, малыши тут не дрогнули, это очень радует. По итогам соревнований всех участников наградили памятными дипломами и денежными сертификатами. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.